закончился бой Данила. Данил его проиграл судейским решением. Я, конечно, не совсем согласен. Ну, судьям виднее, как говорится. Соперник попался не в тайском стиле. Работал, скажем так, весь раунд, все три раунда. Бегал, убегал по всем углам. Напрыгивал, бил удары, потом опять убегал. Ну, Данил жал, хорошо работал, руками работал, ногами попадал. Лоу-киков больше попадал. Клинча практически не было в конце третьего раунда, только был клинч, он был за Данилом, колени за Данилом. Ну, судьи так решили, значит, так решили. Ну, в общем, отработал хорошо. Везучий хватило на три раунда, нормально работал первым номером. Вопросов нет. Такое, судейские решения бывают разные, не всегда с ними все согласны. Но, как говорится, опыт свой получил и с таким соперником тоже. Ждем последний бой Насти.